Разберем специфические приемы игры, которые мы можем использовать в этой песне. Начнем с тэппинга. Тэппинг – это игра одной рукой на гитаре. Звукоизвлечение путем того, что мы пальцем левой руки, ну, в данном случае левой, будем бить по конкретным ладам, конкретных струн, и тем самым у нас будут получаться звуки, извлекаемые одной рукой. Конкретно для удобства возьмем, допустим, нижнюю позицию, где мы будем играть по закрытым струнам, вот во второй позиции, на втором ладу, на пятом и на третьем. Так это будет выглядеть. То есть вот мы играем классически в нашей позиции. Играем разными пальцами. Сразу скажу, что если одним пальцем у вас не получается, разными пальцами не получается, если по какой-то причине пока мизинец плохо развит, можно попробовать одним каким-нибудь, например, средним пальцем, как наиболее сильным, ударить по всем этим ладам. В этом тоже ничего плохого нет, но, тем не менее, как бы я это делаю в закрытой позиции разными пальцами, так мне удобнее, чтобы развивать все пальцы, а не только какой-то один. Значит, ну, как вы уже увидели, да, по четвертой струне у нас получается. Мы бьем сначала на втором ладу, потом еще раз и сразу же переходим, значит, после этого звука на пятый лад, потом возвращаемся на второй лад, и дальше уже по пятой струне бьем по пятому ладу, по третьему ладу и по второму ладу. Так у нас получается тэппинг. Это тэппинг левой рукой. Есть еще тэппинг правой рукой, но здесь в этом произведении его использовать не будем. Значит, к тэппингу левой рукой мы можем добавить еще один прием игры. Есть на гитаре специфические приемы игры. Их называют еще перкуссия. Перкуссия — это у нас подобие, скажем так, некоторым ударным инструментам. Ну, в частности, даже конкретному, например, ударному инструменту бочка, или он еще называется гран-касса, большой барабан в симфоническом оркестре. Это такой большой барабан, по которому, скажем так, звук извлекается ногой, и он, значит, бьет такой большой молоток, бьет по середине этой бочки. Вот. И на гитаре этот прием, этот инструмент имитируется следующим образом, то есть как бы мы тыльной стороной ладони, да, вот можно сказать запястьем, вот этой частью, ударяем в область игры за подставкой на гитаре.
Вот. Можно чуть выше, можно чуть ниже. Просто здесь как раз наиболее такая, можно сказать, этот большой овал гитары находится, да, и звуки здесь наиболее низкие по частоте идут. Поэтому в этом месте эту бочку лучше всего как раз вот бить. Вот. И мы можем совместить удары этой бочки равномерные на каждую четверть, на каждую долю, с приемом игры, который у нас получается, называется тэппинг, в том ритме, в котором идет мелодия. И получается следующее. Вот такой получается эффект. Дальше мы можем добавить, кроме бочки, еще более высокий ударный инструмент. Пускай это будет какой-нибудь том, например, вот, или как бы тот же самый малый барабан. Его можно сымитировать ударом подушечек пальцев, тоже в области, скажем так, в области деки на гитаре. Поскольку мы его будем чередовать с бочкой, вот, ну, скажем, я так для удобства буду бить одним пальцем. Вы можете одним или несколькими пальцами бить. Вот. Главное, чтобы эта подушечка пальца приходилась на удар по деке именно. И получится у нас как бы эффект уже такого поочередного биения здесь. Уже тем самым сымитируем, как бы, по сути, два ударных инструмента, плюс тэппинг, который играем здесь, да? Вот такая история у нас получится. Есть еще один полушумовой такой прием игры на гитаре. В основном он используется на бас-гитаре. Называется он слэп. Слэп переводится с английского дословно как шлепок. То есть, как бы, получается, что при этом приеме игры струна шлепается, как бы, извлекает звук, и плюс еще вот шлепается об лады, об металлические порожки. Вот эти. Ну, то есть, выглядит это следующим образом. У нас есть какой-то звук, и когда мы его извлекаем, струна отклоняется внутрь туда, получается, и бьется об вот эти вот металлические порожки, получается призвук своеобразный. Вот, чтобы она могла туда, ну, этот призвук сделать, мы должны правой рукой, значит, вот ребром большого пальца, вот этой частью, как раз попасть по струне, так, чтобы звук был направлен внутрь, в деку, то есть как бы вот туда. Вот, рука разворачивается, соответственно, делает движение, так называемое ротационное, то есть движение вокруг оси руки, вот у нас есть рука, замах, соответственно, палец большой несколько отстоит от остальных, примерно положение большого пальца близкое к перпендикулярному, можно, в принципе, играть и параллельно струне, слэп, вот, можно перпендикулярно, там, как бы, сильного значения не имеет, там все будет зависеть от того, что надо будет дальше, какие звуки извлекать. Поэтому можно и выше, можно и ниже ставить это дело. Главное, чтобы у нас был шлепок. Вот, то есть, как бы, примерно плюс-минус это еще приходится в область сустава большого пальца, вот этого сустава, последнюю фалангу, которая сгибает, чтобы наиболее был такой громкий эффект. Значит, соответственно, когда мы вот разворачиваемся, с усилием бьем, попадая на вот это вот ребро большого пальца, у нас получаются такие звуковые эффекты. Вот, и на шестой струне, да, можно и по четвертой, в принципе, бить струне, и по третьей, вот, здесь по-разному. Можно просто сам по себе, по закрытым струнам этот эффект произвести. Короче говоря, если мы захотим как раз сыграть этим слэпом нашу мелодию, то это будет выглядеть следующим образом. Для примера сыграем ее от седьмого лада пятой струны. У нас уже был такой вариант, когда мы играли одноголосную мелодию. Вот послушайте, что должно получиться.
такой эффект получается у нас. Вот, значит, чтобы мы могли слышать только один звук, все остальные были приглушенные, потому что все-таки мы как бы шлепаем, получается, не по одной струне, а цепляем немного и остальные струны. Вот чтобы остальные струны не звучали, мы должны их приглушить. В этом смысле используется у нас в правой руке положение такое, что близко к вот палец, который извлекает звук, он близок к тому, чтобы поставить баре, но он конкретно вот нажимает только ту ноту, которую должен нажать, в данном случае это пятая струна, а все струны, которые находятся под пятой струной, они получаются полуприжатые, и их не слышно. Вот пятая струна звучит, остальных струн нету. Глухой звук получается. Поэтому мы делаем вот такой эффект. Кроме того, мы также можем указательным пальцем, вот этим почти прямым, чуть выше его подвинуть, чтобы со собой еще и шестую струну тоже, чтобы она не звучала у нас, а вот пододвинуть слегка палец, чтобы тоже не было призвука от шестой струны. Тем самым, извлекая слэп, у нас получится, что вот будет звучать только одна нота. Вот, а все остальное будет тот же самый палец зажимать. То же самое будет для этой струны, да? Вот. Ну, тут мизинцем уже можно так сильно не делать. Я имею в виду шестую не поджимать, потому что указательный, который здесь в позиции стоит, он уже ее поджимает. Вот. Поэтому здесь мы это взяли, сделали. И потом уже, когда переходим ниже на шестую струну, тоже играем слэп. Все струны, которые ниже находятся, да, они тоже поджимаются. В принципе, может быть, даже все струны поджимать не обязательно, потому что мы все равно играем в области басовых струн. Ну, по крайней мере, басовые струны под мизинцем точно нужно зажать. То же самое делается дальше, когда мы играем средним пальцем по восьмому ладу и седьмом. Седьмой лад уже снова опять указательным пальцем по шестой струне, да? У нас получается эффект. Опять же говорю, мы это можем это сделать и по одной струне, то есть мы также можем по одной пятой струне перейти, тогда тембрально будет более-менее одинаково звучать. Вот, или по четвертой струне там начать перейти на пятую, это уже не суть важно, или полностью все по шестой струне сыграть. Это тоже не проблема. Да, то есть вот все это можно сделать. Так же, как в случае с тэппингом, точнее с бочкой, которую мы делали. Вот мы играли бочку, которую чередовали с ударами подушечкой пальца по деке, да? То же самое мы можем сделать и со слэпом. Мы можем чередовать слэп и удар подушечкой пальца. Вот. Тем самым дополнить шумовым эффектом на слабые вторые и четвертые доли, которые здесь получаются, именно вот этот вот удар. Вот. Но будет это выглядеть следующим образом. Ну, примерно так. Соответственно, здесь у нас ротационно, да, палец сюда разворачивается, рука оказывается в центральной позиции. Потом, наоборот, нам нужно сделать замах в обратную сторону, чтобы подушечкой пальца, мне вот удобнее, например, безымянным играть, атаковать тоже распрямленным пальцем по деке инструмента. Ну, такой и получается эффект.